Новости Богородского района. Богородская43.ру. 23 февраля в поселке Богородское у памятника воинам-освободителям состоялся небольшой митинг с возложением цветов. Отдать дань памяти в столетие Вооруженных сил России пришли ответственные лица района, несколько пенсионеров и две девушки-волонтеры из молодого поколения. С праздником, мужчины! Мы сегодня здесь собрались почтить память тех, кто отдал свои жизни, а также участвовал в защите нашего Отечества России с ее незапамятных времен, может быть, даже с доисторических. И, конечно, выразить огромную благодарность тем, кто защищает рубежи нашей Родины в настоящее время. И на сегодняшний день из Богородского района 12 юношей тоже служат в армии по призыву. Очень трудно, конечно, в это время родителям переживать за своих детей. Но та школа, которую они пройдут, останется навсегда в каждом. И среди тех ребят, которые уже оттуда вернутся, они уже будут, как бы сказать, мужчинами. И сегодня на самом деле праздник для всех тех, кто был в этой армии. Они с удовольствием, я думаю, вспоминают то время, когда они служили, те трудности, которые там пришлось преодолевать. Но и те встречи, и те воспоминания, как это все происходило, это всегда остается в человеке. И этот праздник, он является единым для всех видов и родов войск, которые у нас существуют. И как бы там ни было, отдельные десантники, и пограничники, сегодня единый праздник. Я думаю, что в каждой семье, где есть мужчины, этот праздник будет праздноваться –